Всем привет! С наступающим Хэллоуином! И сегодня, как вы видите, мы будем делать вот такую вот няшненькую тыкву. И я уже ее покрасила в черный цвет и оставила оранжевым надпись Хэллоуин. И сейчас я покажу, чем и как я ее красила. Вот это черный акрил и кисть. И мы просто вот так закрашиваем те места, которые нам надо. И советую вам не закрашивать вот эту штуку, потому что она смотрится красиво. А теперь я буду вырезать мордочку тыкве. Я беру обычный такой вот ножик и начинаю вырезать. И вот так у меня получилось вырезать нашу тыковку. Я сделала ей глаза, сердечки и типичный рот. И не докрасила вот до сюда. Выбросила все опилки и получилось вот так мило. На это у вас затратится около 15 минут, потому что это достаточно долго. И главное аккуратно вырезать ножом небольшого размера. Ну что, теперь мы покроем нашу тыковку блестками. Я беру лак для ногтей. Если вы мальчик, то вы, наверное, такой типа, у меня ничего не получится. И такой полупрозрачный. И здесь вот такие вот блестки, розовые, голубые, какие-то прикольненькие такие. Я буду покрывать двумя лаками, так как там разные блестки. И всех их я хочу нанести на нашу тыковку. Ну что, начнем с этого. И будем покрывать сначала вверх. Кстати, забыла сказать, крышку тыквы я просто вот так вот обрезала и потом насадила ее на зубочистки. Так она будет держаться намного лучше. Обязательно подождите, пока высохнет лак, и потом только дотрагивайтесь до него. И теперь я покрою всю оставшуюся тыкву. И вот такая няшненькая, миленькая тыква у меня получилась. Смотрите, она вся в блестках. И последний штрих. У меня есть такая лампа, ее можно заказать по интернету. И я ее сейчас туда поставлю. И мы сейчас посмотрим, как же она будет светиться. С наступающим Хэллоуином!